Спасибо, Петя. Господи, у нас интим. Вот. Смотрите, как хорошо. Ну, занимайте места, не шумите. И не курите в зале. Я вот вижу, раз, два. Рядом с пультом курит. В общем, смотрите, какая сегодня фишка. Сегодня будут играть молодые группы и гости. Гости — это мы. Мы играем по поводу того, что вчера у нашего друга Сергея Животова, гитариста... Ну, что такие жидкие аплодисменты? Дайте... Вчера был день рождения. Мы играем в честь сегодняшнего его дня рождения. Вот. Так, а давайте все хором скажем «С днем рождения!» Спасибо. Сегодняшнее шоу вам понравится. Господа! Самое главное. Группа «Раствор 646». Господа, человеческая речь могуча. Но речь живая, слово звучащее, гораздо сильнее, чем слово печатное. Так было до тех пор, пока не изобретено было радио. При помощи радио, говоря о микрофоне, оратор таким образом побеждает пространство и находится вне времени. Там, где находитесь, там, где вас нет. Когда вы стоите микрофоном? Слово могучее, но речь живая. Слово звучащее гораздо сильнее, чем слово причастное. Так было до тех пор, пока не изобретено было радио. При помощи радио, говоря микрофоном, оратор таким способом убеждает пространство и находится вне времени. Когда вы стоите микрофоном? Зачем вы стоите микрофоном? Там, где находитесь, там, где вас нет. В ортохирургической науке всем операторам предшествует момент, когда художник чисто моет руки и кипятит стерильный инструмент. Сатирик, что хирург. Не зря сравнение это, и цель у них одна, и действия одни. Не терпят грязных рук и ржавого ланцета. Ни тот, ни другой, когда честны они. Зачем мы стоим у микрофона? Как мы стоим у микрофона? Находимся вне времени. Так называемый новый театр. Новый театр. Новый театр! Новый театр! Это новый театр! Новый театр! Когда вы стоите микрофон? Так мы называем новый театр! Новый Я не знаю.
Ha ha ha!